Номер лота 7128. Мотоцикл BMW R1200 ST. Контрольно введем его перед разбором и упаковкой. Так, оригинальное ветровое стекло. Такими с небольшими потертостями. Есть, в принципе, полирнуть, и они уйдут. Фара вся целая. Поворотничек один, второй целый. Пластик целый, не ломанный. Здесь есть небольшой вот недочет, потертость незначительная. Крыло переднее целое, не ломанное. Покрышка на четверку с небольшим минусом. Остаток хороший, не порепанная. Тормозной диск, что один, что второй, ровненький. Колодок в районе 40% остатки. Вилочка сухая, без запотевания абсолютно. Боковой пластик с этой стороны весь целый. Нигде не ломанный, без потертости. Здесь есть небольшие потертости на клапанной крышке. Также на слайдере клапанной крышки. Лапки, подножки все целые. Так, ну здесь потертость от сидушки, скорее всего. Сидушки сами целые, без каких-либо недочетов. Сняли, чтобы добраться до аккумулятора. Здесь пыльничек целый, не порепанный. Тормозной диск также ровненький, вес реборда. Армированный тормозной шланг, задняя покрышка. Комплект передний, тоже с хорошим остатком, замена не потребуется. Задние поворотники, стоп-сигнал. Все целенькое, рамка под номер, стандартная BMW-шная. С этой стороны все целое. Здесь есть такие небольшие потертости. Стандартная выхлопная система с небольшими такими вмятинками. Лапки, подножки все целые. Есть центральная подножка. С этой стороны также пластик целый, не ломанный. Небольшие подтертости здесь на слайдере клапанной крышки. Ну и на самой клапанной крышке тоже немножко есть. В остальном все хорошо. Так, посоединили прикуриватель. Аккумуляторная батарея подсевшая, так как пробег 44 313. Запускается, работает без каких-либо посторонних шумов, звуков и так далее. Готовим к отправке.